Завершившаяся летняя оздоровительная кампания в этом году имела свои особенности. Они прежде всего были связаны со сложившейся эпидемиологической ситуацией. И тем не менее летняя оздоровительная кампания состоялась. Особенностью ее являлось то, что формирование детских оздоровительных лагерей осуществлялось сугубо под реальную потребность детей в оздоровлении. И, безусловно, это повлияло и на цифры детского отдыха и оздоровления в этом году. При плане практически 400 тысяч детей в этом году оздоровилась половина. Были приняты дополнительные меры по недопустимости заноса и распространения инфекции COVID-19. Это прежде всего разделение детей на небольшие малочисленные группы. И отряды были уменьшены. Так, к примеру, в лагерях с дневным пребыванием наполняемость отряда не должна была превышать 15 человек. И это, конечно, позволило избежать каких-то вспышек, карантина в отдельно взятых, так сказать, лагерях. Ну и эти меры принимались как во всех оздоровительных лагерях, так еще и более конкретные с учетом сложившейся эпидситуации. Конечно, может быть, даже мы ужесточили в этом году санитарно-эпидемиологические мероприятия. Они касались и не только детей, но в большей мере даже сотрудников лагерей, которые еще за 5 дней до начала смены должны были находиться уже на территории лагеря или имели невыездной режим. То есть на протяжении всей смены 18 дней они должны были находиться на территории лагеря. Конечно, если воспитатели это требование практически соблюдалось во всех детских оздоровительных лагерях, возможно, сложнее это было с работниками питания сделать. И тем не менее ситуацию удалось и контролировать, и удержать от каких-то вспышек инфекции.